который ты скидывал, а я, и клана. Сейчас хочу тоже записать, что как КВ играть будем, ты не против? Да записывай, ну, пофигу. Нормально. Нормально так. Правда, не знаю, как сейчас пойдет КВ, потому что вот эта бомбомия вообще новый. Он только недавно зашел в тошнотик. Ну, посмотрим. Это есть пока. Че, погнали? Да, я готов, поехали. А надо самое главное. Остальные тоже в Дискорд не заходят, что? Нет, у одного наушники сломаты, а вот четвертый пока новенький. Ну ладно, просто сыгрываться тогда будем. В принципе, да, особо сейчас посмотрим. Ничего не теряем. Сейчас победа одна нужна, чтобы в эту зайти. Угу. Выше. И там уже нормально можно спокойно сыграть. Левый. О, я вообще их разорву всех. Флейты, две флейты, короче, бля. Отлично, ну давай, я от тебя играю буду. Давай, давай. На базу, да, идем? Ну да, я думаю, да. Опа-на, у нас одного нет. Блин, да ну нафиг. Ну пошли, все равно сдаваться не надо. Ну поехали, пускай, да. Пускай очки тоже получат. У меня защита есть, короче. Пошли по вот этой стороне. Давай, давай, я помогаю. Один пролетел туда, ну ладно. Сейчас я за ним. На ховером упал. Я вижу. Красавчик, ко мне его прям привел. Ах ты, сзади тебя он лопнул. Сейчас я ему отомщу за это. Ах, назад. Я понял. Я один. Да, пойдет. Ну мне пошли твои пушки. Один ошибка. Если с урона, да, выбирается. Угу. Эх, не добрал ее. Ну, вот такая вот шняга, короче. В следующий раз загрузится наш четвертый и пойдем. Угу. Четвертого не хватает, вообще бы сейчас неплохо было. Да. Ну вот, надо победить. Давай на захват не пойдем. Этот, по этой стороне. Давай по правой, да. Да, я, наверное, вперед прикрою тебя, у меня защитка есть хоть. Ну, у тебя сколько хп? У меня 1767 сейчас. У меня 210. Да чё же он так? Дистиллер он такой своеобразный сейчас, братан, еду. Вот так иногда даже не с кем поиграть, и так заходишь, ах ты. Я здесь, ребята. Нормально, сейчас вытащим следующий. Ах, этот сзади меня уже. Ну понятно. Сзади я слабоват. Ничего, все получится. Бой проигран! Уходим! Так, что там с четвертым? Наверное, снова пригласил его, он может вылетел, скорее всего. Смотри, еще один вот какой-то игрок у тебя есть. Да, да, Кар, он тоже. Он с дронами, короче. Гренадерами ездит. Ну бери его. Ну давай попробуем его брать. Давай его бери тогда. Так, если стой. Он боит, то. Нет, он не будет, я понял. Давай. Надо написать, что вылетел. Я сейчас напишу.
Все понятно. Ну, все, поехали. Я думаю, надо все равно ходить, хоть сливаем, хоть не сливаем, надо ходить в пару боя, это опыт будет. Так, 10 лет что-то. Могу еще одну собрать, сейчас попробовать, но у меня пушки сверху, если пушки отшибут, конечно, я бесполезен. Это на базу надо. Да, на базу попадет. Если что, говори, вдруг кого-нибудь не увижу. Я думаю, базу быстрее надо забрать. Да я, блин, еду 40 максимум. 45. Противник в пределах видимости. Всем быть на чеку. Так, я уже на базе. Давай, давай. Пошлинку нашу прикрывать надо по где. Посмотрел, как поставилось. Капкан у меня умеет играть. Давай вот этого разбираем. Гелиус меня запарил. А я. Вижу, вижу. Сейчас убью его. Все. Пушкарь на тебя долбит. Гелиус, Гелиус. Все, Гелиус, хана ему. Пушкарь. А, дистиллер, братан, извиняюсь. Нормально, пушкарь меня долго не было. Сейчас я ему отомщу. Вовремя он капкану поставил, хорошо. Спрятался. А что у нас, база захвачена? Да, походу базу захватили. Нормально мы их. Давай так же идем по-другому. Сейчас мы их порвем на британский флаг. Гордон не нажир. У меня тоже немножко лагает. Ну, перезагрузить, наверное, тоже компьютер. Да, это лагает не за компа, а больше за сервера их бросалки. Все, они уже очкуют нас. Они просто. Но они не очкуют. Он был не простой. Да на бой делился, да? Вот это собака приносила. Все, добрали, вот на пригороде стоит. Вижу, объезжает сзади тебя, сзади, сзади, сзади. А он на Гелиус. Ой, неуклюжий вообще. Сзади, сзади, сзади. Сейчас я нормально разворачиваюсь. Сейчас. Сзади я. Нападай на него, я только как поддержка, мне один раз. Ох, все, блин, ну извиняюсь. Что-то в этом бою есть. Ничего, ничего, нормально. Сбоку, слева. Пушкаря остановим. Смотри, по захвату. Ох, красава, по захвату вытащил. Нормально, нормально. Мне нравится эта машина. Не затупили. Они затупили в конце, да? Угу. Мог один зайти и все. Рейтинг, подожди, зайди-ка в гараж, рейтинг, посмотрим, что у нас. Давай, давай. Блин, ну одна вот победа и все, и мы спасены, можно дальше потом гулять смело. Да это просто четвертый вышел, там бы тоже победа была, мне кажется. Тем более я в первый бой вообще там нормально подрессировал всех. Да. Че, погнали. Да, поехали.
Блин, начинается. Давай хоть победу выиграем. Победу выиграем, хорошо будет. Крейзи тоже на работе. Сейчас еще одному чуваку позвоню. У тебя группы нет в WhatsApp группа? Есть у меня. Ну нет, но я еще группу не создавал, короче, но WhatsApp есть. Надо создать группу. Да, обязательно тебе надо, потому что, видишь, не у всех же Discord подключен. Вот я, допустим, больше на телефоне, на WhatsApp сижу. Ну, я тоже, у меня по работе. У тебя еще загрузка идет? У меня нет, я уже смотрю их. Да, ну, блин, а у меня загрузка идет. Сейчас подожди. Ну, там, короче, с один дикобраз, а остальные все собаки. Понятно. Ну, я этот буду... С боя не буду сейчас выходить никак. У меня вот заставка эта. Все, не загрузилось еще? Да, ну нафиг. Грузится. Ну давай, будем надеяться. Ну я по-любому сейчас не буду ничего комп перезапускать, потому что этот, чтобы с боя там не выкинуло, чтобы у вас хотя бы 4 было. Я зашел, там есть? Ты есть, стоишь. Ну все, нормально, пускай будет стоять хотя бы там. Пытаюсь вот пойти, не знаю, пошел, не пошел. Давай, будешь у меня будет как приманка тогда. Да, да, давай так и сделаем. Пускай они едут туда. Сейчас вот стрелять попробую, что стреляет его хоть, нет? Пока не вижу, стоишь там. О, собака тебе пошла. Одна. Вторая ко мне. Ну пусть хотя бы отвлекать их будут, что делать. Давай, давай, они пока на тебя дистиллер их там мучает. Собачка напала. Прикинь, все отбил, урод. Дикобраз пока. Ты стоишь там? Ну, двигаешься, я... хоть нет? Ну я пытаюсь что-то делать. Я не вижу, у меня вот экран ожидания, где вот. А, у тебя и экран. Да. Ехай. Я просто не вижу там этот. Вот где там полезный совет написано же. Как... На базе трусят. У нас 4 сейчас? Да. Ну хорошо, пускай. А вы тот раунд выиграли первый сейчас? Да не, меня уничтожили, самым первым все напали. Прикрываются бочкомёдом, короче. Эх ты, урод. Нормально. Бочки лупят. Все, ты один стоишь. Ну, сейчас заберу туда. Сейчас, короче, я попробую позвонить одному чумаку. Да, я в гараже сейчас буду пока. А он через сколько придет, как думаешь?